А, да, точно. Маша, давай. А может он и не на воротах будет. А он может быть и не на воротах будет. Давай, да. Класс. Я тут. Что ты, тварь? План твой? Твой? Да, давай. Пиздуй. Далеко не буду. Один. Раз. Раз, два, три. Меня поставай на лопатки. Наши нужны.
я вижу назад, там уже под углом. Не страшно. И это пишет не поставить. А Владик, постой. Потом упал даже. Сейчас ты на ворота должен. Постой. Я тут еще. Не догнал меня один. Так криво, я вообще там связан. Ешь? На середину. Ага. Блять, почти что-то. Прям как Гитлер. Послушайте больше, алло. Ну и что? А, дурак. Хорош. А наш? Давай, я тут. Ты, конечно. Наш, давай. Дай мне сюда. Дай я подам вообще. Хотим свою зону. Есть что тут? Хорош. Станка! Пошел, Вася. А ты себе повезет, когда он увернулся от мяча. Я в штангу попал. Видишь, тебя повезло, я бы сейчас задел. А ты Гоша покажу? Да, ну там мимо было, там далеко. А что ты Вадик захватит, он видишь, Рюзняй? Наконец-то прострелил из глаз. Видел, как пишет? Бери. Рикошет просто одной. Рунь. Давай. Ну.
их там не было? Там не было. Ты дурак, там не было? Я даже не успел. Я разожаю, а ты был здесь? А знаешь, еще был тут. Где он был? Вот в этом, вот в таком. Хорош. Ушла. Рука. Там рука была, тебе прилетела. У тебя рука была. Была рука. Ничего. Извини, ладно. Я чуть не ударил. Я мог поймать. Да. А кому ты дал? Блядь! Рука на опасность.
Стой, вон. Молодец. Не ушло. А, не, не ушло. Я тут. Давай, Гон. Thank you.
здесь. Раз, раз, два, три. Ну давай же, вы чего? Молодец. Работать с этим. Хорошо. Я возьму. Мама. Да. Мама. Кого? Ой, кому ты задали? Доброе утро, ребята! Кто сказал? Доброе утро, дорогие учителя! Доброе утро! Доброе утро, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки, дорогие гости! Сегодня действительно очень доброе утро. А день, конечно же, будет добрый, иначе и быть не может. Ведь нет в стране такого уголка, где сегодня не позвонит первый школьный звонок на первый урок. А вообще там шло. Встречают на стены школы. Ивану, друзья. Для тех, кто пришел к нам впервые, здесь будет вторая семья. Школа нас делает сильными. Поможет во всем всегда. Школа подарит нам. С первого мига человек, появившись на свет, начинает учиться. Он учится ходить, говорить, понимать мир и людей. Но вот наступает день, и он приходит в школу. Свою родную школу, порог которой его встречают учителя, стенами которой без нетерпения ждут науки. Особенно радостный день сегодня у тех ребят, которые впервые перешагнут порог нашей школы и начнут долгое путешествие по стране знаний. 25 первоклассников вольются в число учащихся муниципальной общеобразовательной школы номер 3. Есть различные праздники, и сегодня праздник у нас. Зачем ты ударил? А в сторонке стоят родители и с волнением глядят на них, будто все впервые увидели повзрослевших детей своих. Фланик, пасуйтесь. 4-2. Школа, внимание, торжественная линейка, посвященная началу учебного года, считается открытой. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, считается открытой.
Школа, внимание, равнение на флаг. Звучит гимн России. Директору школы Сивачевой Ирине Вячеславовне. Миша, давай! Ты вот просто Для всех ребят, для всех учителей, примите поздравления от малышей и от Татарного. А ты пьешь сразу? Я просыпаюсь. Просто замахни, как будто ты сейчас дальше... Ранним чистябельским утром. Празднично и весело. Выступаем мудро. Дверь открывай школу. Как не робей, первоклассник, сделай свой шаг отважный. Кто ты, тихоня, проказник, это сейчас не важно. Слово нашим дорогим первоклассникам. Просто шотку играет. Да я, ну,
танцуем мы как бас. Поскорее звенит звонок, мы тебя заждались. Бих на первый наш урок, вот и стреляли. Мы продолжили. Все о нашем дорогим первоклассникам. Да куда? Алюминий мягкий металл. Мой мяч. Вообще-то он вот тут ударился. Сука. Мячик вам.
Нельзя, Максим. Я вратарь. Нельзя вообще. Может, вот эти правила нет. Наши страны. Миша тоже так делал. В натуре. Первый. Я первый. Я у Ника, я первый. Я вижу. Да, ну ладно, пускай уйдет. Друзья, последний раз 11-классники присутствуют на нашем празднике первого звонка. Из года в год мы радуемся встрече с ними. Учащимся 11 класса – это гордость нашей школы, это наша надежда. Ты думаешь, распелся соловей? А вот и нет. Уроки начинаются. Класс.
Владик, спину толкаешь. Сексанты нельзя толкать, слышь, мать. Спину нельзя толкать. Толкаешь, ты даже не смотришь штрафную, а ты идешь дальше. Охуел свой зон, давай. Войны. Да там баллон, рикошет. Защитники заебали. Ёбаные защитники, блядь. Дай, не промазал. Виктор меня просто не пугал. Давай.
вас. Мороз. Можно посильнее? Можно посильнее дать? Знаешь, мне надо забить? Знаешь, как мне надо, блядь, спину не давать? Пошел. В Мишанию. Мишанию. Иди ты приезжаешь в Мишанию. Не
Дорогие друзья, учителя, родители, гости, торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, подходит к завершению. Вперед, вперед, друзья! Нас ждут великие дела! А мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания. До новых встреч! До новых встреч! Встречка! Bye-bye.
Кирюша! Вот сука! Вань! Подержи, не кричи так, Вань! Вань! Обратно! Вань! Обратно! Забираю. Ну тут еще, блядь, толкаются. Я Владик, я Россия. Вот я приходит. Ну что, подать себе. Ну, блядь. Почти. Не видит вас. Сзади не больно, чувство. Сейчас погодите. Ну, пацана. А я прохожу. О, Вадим! Или Максим погнали со мной. Ну да. Или Владик. Куда? Кто пойдет? Два человека надо. Зачем? Сейчас. Вы нормально будете. Надо. Зачем? Куда? Аллилуйя! Аллилуйя!